Сегодня воскресенье, 25 августа 2019 года. А к 1 сентябрю Сергей Павлович Попов хочет уезжать. Я сказал, проверяйте сети. Если меньше 16 каратей, снимайте, переносим на Рыжковский, нам там удобнее будет. А потом на Комодоре лагерный. Вижу, сети не сняли. Ветер сильный, дрожжи гребут. Это интересно. Неужели больше? Дай-ка мне веревочку. И сколько же? Около 20. Ну, значит, оставить. Ну, остальное понятно, что все складывайте. И быстро уходим. Еще не обедали. А время уже к 3. Если не 3. Которые сухие ветки тут нашел, берегу прибило. Я их унес далеко, там, где барсуки. Им прямо около норы положил. Я сходил на мост, посмотрел, как там. Один. Читай. Два, три, четыре. Тихо. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ну, 19, все. Ну, слава богу. Давайте опрокидывайте ее, посмотрите, что там. Нету. Ну, значит, так. Крючками только не направляйте к лодке наружу. Считаю, готово. Уходим. Как раз на обед.